То есть, вообще говоря, в Python не совсем корректно говорить о том, что переменная имеет какой-то тип конкретный. Можно говорить только о том, что переменная имеет конкретный тип в конкретный момент выполнения программы, когда переменная связана с каким-то конкретным объектом. Этим Python отличается от многих других языков с так называемой статической типизацией, где тип переменной жестко зафиксирован.